каковы главные задачи масштабного проекта «Амбассадоры активности»? Основной целью проекта является развитие всестороннее, создание условий для всестороннего развития личности молодого человека Самарской области. Кто сможет принять участие в мероприятии и повысить свои компетенции? Каждый молодой человек нашей Самарской области сможет выбрать и найти тот проект для души, который ближе к сердцу. Чему посвящены выездные смены проекта? И какие эксперты готовы делиться своими знаниями с активной молодежью? Работа над этим проектом – это работа в команде профессионалов, у каждого из которых очень интересный путь и достаточное количество компетенций для того, чтобы сделать очень интересно и полезно. Рассказывает руководитель школы молодежного самоуправления Самарской области «Амбассадоры активности» Елена Кудашова и координатор проекта Сергей Заика. Смотрите программу «Город С» 11 октября в 18:15 на телеканале «Самара ГИС».